от берез упали розовые тени, и кукушки где-то слышен плач. Пусть поменьше в жизни будет огорчений, пусть побольше будет в ней удач. Так с днем рождения, друг мой, с днем рождения! Поздравляют все тебя, друзья! Море счастья, радости, мгновения! Все сегодня только для тебя! Всем привет, дорогие друзья! С вами Евгений Попов, и сегодня у нас заказ на разбор этой замечательной песни. Если хотите, чтобы я разобрал вашу песню, пишите мне, все контакты есть в описании к этому ролику, а мы начинаем. Вступление. И повторяем. Вступление можно сыграть в терцию, то есть в две ноты. В темпе выглядит вот так. Видите, тут довольно быстрый темп, нужно стараться играть легато, слитно, добавляется первый палец, поэтому это такой прям продвинутый уровень. Для начинающих баянистов я рекомендую играть, как я вначале показывал, в одну ноту. Ну, конечно, аппликатуру, то есть пальцы какие, ставьте, какие вам удобно. Если решите вдруг попробовать в терцию, то в медленный темп. Куплет. Давайте сначала научимся играть мелодию, чтобы понимать, какая мелодия. Повторюсь, пальцы, аппликатуру ставьте, какая вам удобна. Когда научитесь играть мелодию в одну ноту, можно тоже поучиться поддерживать, вы же будете петь эту песню, поддерживать себя аккордами. И не обязательно все вот эти вот ноты прямо так выигрывать. Можно сыграть какой-нибудь один аккорд, например, вот такой. Потом. Thank you.
пойдет припев. Ну, то есть, вот они, эти аккорды, я вам их показал. А там уже, когда будете петь, нажимайте, как вам их удобно. От вирусов пали розовые тени, и кукушки где-то слышен плач. Пусть поменьше в жизни будет огорчений, пусть побольше будет в ней удач. Так с днем рождения! То есть, видите, я не так много их нажимаю, прям вот так вот не играю здесь, а играю довольно-таки их редко, когда нажимаю. Под свой голос, так как вам удобно. Припев, мелодия в одну ноту тут вообще просто что-то крутится, все на трех нотах. Давайте посмотрим, как припев можно сыграть аккордами. В темпе не обязательно все там прям выигрывать. Давайте я сейчас попробую спеть, посмотрите, как это будет. Так, с днем рождения, друг мой, с днем рождения! Поздравляют все тебя, друзья! Море счастья, радости, мгновения! Все сегодня только для тебя! Левая рука, тональность си минор. Си септаккорд и по два раза. Ми минор, ля септаккорд. Ре мажор, соль мажор, ми минор, фа диез септаккорд, си минор один раз и потом си септаккорд три раза. Раз, два. Повторяем. Ми минор, ля септаккорд, ре мажор, соль мажор, ми минор, фа диез септаккорд, си минор. Двумя руками. Это будет вот так. Если вам хочется левую руку немного разнообразить, то есть вариант со вспомогательными басами. Он более сложный. Куплет си минор, си септаккорд, ми минор, ля септаккорд, соль мажор, си септаккорд, ми минор, ля септаккорд, ре мажор, ми минор, фа септаккорд, си минор. Давайте сыграю справа, чтобы было более понятно. Си минор.
небольшой припев. Вариант куплета со вспомогательными басами. Септаккорд, ми минор, си минор, ми минор, фа диез септаккорд, си минор. Двумя руками, чтобы было более понятно. Припев. Успехов в освоении этой песни. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!